главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте и смотрите в выпуске. Взятки на поток. На чем наживались и на чем погорели харьковские чиновники. Чудеса правосудия. Как в Риме священник и глава сельсовета на взятки попался и должность не потерял. С альпийской лыжни на допрос, что рассказал нардеп Пашинский о своем сафари в новогоднюю ночь. Списки на показ. Зачем Надежда Савченко опубликовала имена пленных на Донбассе и как это может им навредить? Громкие задержания в Харьковском горсовете. Сегодня, в первый после новогодних и рождественских праздников рабочий день, в мэрию пожаловали с обыском. Кто и что нашел и кого в итоге взяли под стражу? В материале Светланы Шекеры. Автобус с силовиками припарковался у здания Харьковского горсовета в начале рабочего дня. Люди в униформе зашли в помещение юридического департамента. Увидеть, что происходит за закрытыми дверями, журналистам не позволили. Разрешение на съемку есть. Но вообще там на территории горсовета без разрешения съемка фото и видео запрещено. Как выяснилось, внутри сотрудники местной прокуратуры в рамках уголовного производства о получении взяток. Как рассказали в пресс-службе, чиновники требовали деньги от арендаторов здания в центре города. Предпринимателей должны были выселить по решению суда. Чиновники запропонували вирішити питання і для цього надали контакти третьої особи. Ним виявився керівник однієї з юридичних фірм, також міста Харкова. Вирішення цього питання коштувало 30 тисяч гривень першого внеску і потім щомісяця 6 тисяч гривень. 30 тисяч гривень передавалися у три транші. Саме під час отримання третього траншу був затриманий керівник юридичної фірми. Кроме юриста-посредника, в деле фигурируют еще два высокопоставленных чиновника. Главный специалист юридического департамента мэрии и один из замов начальника районной исполнительной службы. Подозревают, что взятки они вымогали не единожды, а в буквальном смысле поставили дело на поток. Проведено обшуки та виїмку документів за місцем мешкання та за місцем роботи фігурантів кримінального провадження. Зараз вирішується питання про затримання у порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Подозреваемым грозит до 10 лет тюрьмы. Интересно, что вот такая елочка, украшенная не чем-нибудь, а крупными денежными купюрами, стоит дома у одного из фигурантов дела. В мэрии следственные действия не комментируют. В пресс-службе журналистам заявили, мол, чиновникам еще не предъявлено обвинение. Знал ли мэр Харькова Геннадий Кернес о схеме, которую наладили его подчиненные, тоже вопрос без ответа. Сегодня утром кортеж градоначальника подъехал к зданию мэрии, но к журналистам Кернес так и не вышел. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности. Телеканал Интер. Харьков. Погореть на взятке не означает остаться без работы. Яркий пример – скандальный глава поселкового совета в Рівненской области. Только вчера он снял электронный браслет, а сегодня с дозором обходит владение своим. Каким чудом чиновник получил вольную, выясняла Инна Белецкая. Центр Рівне, Майдан Просвіти, возле облгосадміністрації много людей, десятки журналістів, СБУ, поліція, прокуратура. Так, 16 августа прошлого года на взятки в полмиллиона гривен задерживали Михаила Олейника. Он священник и заодно председатель одного из самых больших поселковых советов Рівненской области. Деньги лежат прямо на асфальте. Их, по данным прокуратуры, чиновник требовал у местного жителя за выделение 10 земельных участков общей площадью 1,5 гектара. Меньше месяца Олейник провел в СИЗО, затем за него внесли залог 580 тысяч. До 8 января он ходил с электронным браслетом и был отстранен от работы. Но уже сегодня в рабочем кресле провел совещание. Відсторонення по за рішенням суду було до 8 січня. Іншого рішення немає, то він сьогодні повноцінний голова на роботі. І що на нараді ви обговорювали? Робочі питання. Освітлення, субсидія, допомоги, земельний податок. Все питання робочі. А вот и кабинет председателя. Говорит, только что вернулся из рабочей поездки в одно из сел. Спрашивает, чего хотим. Вас так кучно затримували с грошима, с хабарем, а теперь вы на работе. Что у вас там, я сказала? То с Божьей помощью, помаленьку. Вы же бачили, как затримали. То что ж я комментировал? Не явиться сегодня на работу, говорит чиновник, не имел права. Ему предъявили обвинение в получении взятки и дело уже в суде. Я вам сегодня не могу ничего говорить в связи с тем, что идут судебные заседания. Йдуть
Ви слідкуєте за цим? Слідкуєте, так? Так. То й все, далі як вирішить суд? Розумієте? Но бросить на произвол села, за которое отвечает, уверяет, не может. У нас багатотисячна громада. Я ж не можу прогулювати як чиновник. На среду назначено очередное судебное заседание. Ранее их откладывали. В отпуске была одна из судей, говорят в прокуратуре. Завтра будут ходатайствовать о продлении меры пресечения обвиняемому и о его отстранении от выполнения служебных обязанностей. Так что Зарянский поселковый совет может снова стать без руководителя. А вот когда взяточники, которых задерживают с пафосом и помпой, окажутся за решеткой, на этот вопрос ни у силовиков, ни у служителей Фемиды ответа нет. Інна Білецька, Ніколай Василюк. Подробності телеканал «Інтер», Рівненська область. Директора столичного санатория «Родничок» подозревают в хищении 1 миллиона гривен, выделенных на психологическую реабилитацию воинов АТО. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры. Директор оздоровительного комплекса в отчетах указывала ложные данные и таким образом присваивала бюджетные деньги. За злоупотребление служебным положением подозреваемый грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Послуги з надання такої психологічної допомоги не надавались або ж надавалися в неповному обсязі. І відповідна сума коштів, яка виділялася на це з бюджету, понад 1 мільйон гривень було привласнено. Директору санаторію «Джерельця» повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу щодо директора. Ее использовали как ширму, чтобы сохранить старую коррупционную систему. Об этом заявила экс-руководитель нацполиции. Хотя Деканаидзе одному из изданий рассказала, что из реформаторов делают козлов отпущения и сваливают на них ответственность за провалы. Речь прежде всего идет об МВД. Что касается системы правоохранительных органов, то бывшая глава нацполиции уверена, ее реформа на грани провала и окончательно рухнет, если за год областных начальников полиции не поменяют на новых людей. А защита коррумпированных кадров, убеждена Деканаидзе, полностью под контролем Арсена Авакова и его протеже. Поскольку изменен формат переаттестации, а гражданские активисты вышли из этого процесса. К тому же уже сейчас несколько одиозных назначений в МВД символизируют откат к старой системе. Однопартийца Авакова, нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский сегодня явился в Киевскую областную прокуратуру на допрос. Почему не пришел раньше, что рассказал, а точнее не рассказал Пашинский и как уходил от прямых вопросов журналистов в нашем материале. Спустя 10 дней после инцидента под Васильковым нардеп Сергей Пашинский явился на допрос в областную прокуратуру. Говорит, раньше прийти не мог, не был в Украине. После того трагічного вечора відправився на горнолижний курорт в Австрію. В відпустці я був, я відпочивав в Австрії, я сам катаюсь на лижах. Допрос нардепа длился более 4 часов. Пашинский говорит, следствию все рассказал. Но на вопросы журналистов ответы дает более чем туманные. К примеру, почему в новогодний вечер носил с собой огнестрельное оружие, уверяет, надо было. Я з собою ношу зброю у випадку необхідності. В даному випадку у мене була така необхідність, і я носив себе зброю. А чому була така необхідність? Можете розповісти? Це питання до слідства. Я дав покази, чому була така необхідність. По версії Пашинського, інцидент спровоцировав сам хімікус. Якоби набросився на нардепа і ударив бутилкою по голові. Пашинський упав і стріляв уже лежа на землі. А от сам хімікус раніше увіряв, все було наоборот. Чувствую мене стоять. Поворачивайся на меня ствол. Да и по отверстиям от пули в брюках химикуса и без экспертизы ясно. Выстрел производился сверху вниз. Сам Пашинский эту ситуацию не комментирует. Ваше питание, на жаль, я не могу ответить. Еще одна нестыковка в версиях нардепа и раненого химикуса. Предупредительный выстрел. Последний уверяет, его вообще не было. Стрелял Пашинский сразу в ногу. Не было ни слышно, ни перещелки, ничего. Он тупо шел. То есть пистолет был уже заряжен? Да. В прокуратуре говорят, во всем разберутся после экспертиз. По делу допросят также жену и сына Пашинского. Пока никому подозрений не объявили, но не исключают, в ходе следствия квалификацию дела могут изменить. Сейчас оно открыто по статье хулиганства. После проведения всех необходимых следственных действий, которые смогут более ретельно и четко визначитись знаками наявности криминальных карных деяний в діях конкретних осіб, можно изменить и квалификацию злочину.
О необходимости переквалифицировать статью в деле Пашинского говорит и Сергей Каплин. По его мнению, нардепа нужно отстранить от должности, лишить неприкосновенности и привлечь к расследованию международных экспертов. Допит Пашинского в якості свідка, або, не дай Бог, ще потерпівшого, це спроба влади через підконтрольних силовиків, слідчих і суд, відмазати народного депутата Пашинського, який, до речі, представляє мафію Яценюка, Народний фронт і фракцію Верховної Ради України. Наступним кроком має відставка Авакова, наступним кроком має бути відставка всіх тих політиків, які сьогодні є міністрами від Народного фронту. Ми сьогодні на порозі необхідної, важливої, конче необхідної люстрації партії Народний фронт. Тем временем в прокуратуре уже в ближайшие дни обещают провести все следственные действия и передать дело в суд. Александр Васильченко, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. Минэнерго опять без госсекретаря. Окружной админсуд Киева запретил Кабмину назначать на эту должность Максима Немчинова, который выиграл конкурс в ноябре 2016-го. Его результаты оспорил другой претендент на должность. И, как выяснилось, Немчинов, заполняя карточку госслужащего, не указал, что его жена была учредителем двух крупных компаний. А это нарушение процедуры. А вот итоги конкурса на должность главы Николаевской обладминистрации нацполиция расследовать не спешит. Активисты Центра противодействия коррупции через суд заставили полицию начать уголовное производство. И, по их мнению, губернатор Алексей Савченко причастен к фальсификации результатов тестирования. Разбирался Кирилл Ющишин. История сомнительного конкурса на должность главы Николаевской облгосадминистрации тянется уже полгода. Претенденты должны были пройти тестирование и ответить на вопросы специальной комиссии. Победил нардеп Алексей Савченко. Журналисты «Радио Свобода» сразу обратили внимание на программу развития области, которую Савченко представил конкурсной комиссии. В ней куча ошибок. Окрім багатьох одруківок, є вислови, коли не можна зрозуміти, що мав кандидат на увазі. Наприклад, підрамка селу, пітоні води. Слово «волонтери» написано як «волонтеров» з російською літерою «Йо». Отличился Савченко и в знании законов. Компьютерный тест он прошел с молниеносной скоростью. На 40 вопросов потратил всего 6 минут, в то время как другим кандидатам понадобилось не менее получаса. Зрозуміло, що він не міг так швидко дати відповіді на питання. Тому ми припустили, що в даному випадку могло статися втручання в роботу комп'ютерної системи, яка дала можливість Олексію Савченко так швидко дати відповіді на ці питання. Активисты Центра противодействия коррупции обратились в полицию с просьбой разобраться, насколько прозрачно проходил конкурс и не фальсифицированы ли его результаты. Но там в расследовании отказали. Тогда активисты пошли в суд, который обязал нацполицию начать уголовное производство. Вот уже 2 месяца расследование не движется, говорят активисты. Если злочин такой... вчинено якимись посадовими особами Нацагентства з питань Державної служби або комісії, яка проводила конкурс, то це підслідність Національної поліції. Ну, саме тому ми звернулися до Національної поліції. Чи матиме таке слідство результат, тяжко сказати, тому що пройшло багато часу, 2 місяці, чи є якісь докази, чи вони були знищені, враховуючи суспільний резонанс цієї ситуації, тяжко сказати. Тим временем Алексей Савченко спокійно ходить на роботу. Ситуацію з конкурсом ніяк не коментує. Зато його висказування вполне можна назвати крилатими. Я дуже проста людина, але запам'ятайте, друзі мої, я вже давно і довго крокую небо. Вибачте мене, будь ласка, за мою емоційність. Будут ли изучены факты, собранные активистами, вопрос скорее риторический. Савченко сам выходец из системы МВД. В 90-е был сотрудником УБОП. К тому же на данный момент он самый богатый губернатор в Украине. Кирилл Ющишин, Александр Пантелеймонов, Игорь Попов, Павел Лысенко, телеканал Интер, Николаев, Киев.
Свидетель в деле об убийстве адвоката Юрия Гробовского Сергей Федосенко, возможно, мертв. Сегодня с утра такое громкое заявление сделала адвокат Оксана Соколовская, у которой Федосенко раньше работал помощником. По ее словам, он уволился еще весной прошлого года, но когда в октябре адвокаты потерпевших в деле Гробовского попытались пообщаться с ним, на связь он не вышел. Написали заявление в полицию об исчезновении, и вот 5 января, по словам Соколовской, ей позвонили из службы розыска людей с просьбой опознать найденный труп в Одессе. Показали фото, и она заявила, что почти уверена, это Федосенко. Правда, в полиции Одесской области, куда мы обратились за комментарием, это опровергли, но не рассказали, как именно установили, что это не Федосенко. У него есть ряд таких отличительных достаточно черт лица, да, которые, ну, не у каждого человека есть. Могу там 90% сказать, что да, действительно, человек очень похож на Сергея. Опять же, насильственная смерть. Тело, обнаруженное, вот, о котором все говорили, это не является телом Сергея Федосенко. Это установлено. У этого человека есть мать, есть родственники, и разглашение какой-то информации, ну, в общем-то, не будет являться законным с нашей стороны. Напомню, Сергей Федосенко последним видел Юрия Гробовского в его киевском офисе с неизвестным мужчиной. После этого адвокат пропал. 25 марта правоохранители обнаружили его тело в лесу в Черкасской области. По обвинению в убийстве были задержаны двое мужчин. Позже в военной прокуратуре сообщили, что оба признали свою вину. Суд над ними сейчас продолжается. Заседание проходит в закрытом режиме. Вопреки объявленному режиму тишины, количество обстрелов в зоне АТО не уменьшается. Сегодня один военнослужащий погиб, двое ранены. Прошлой ночью наемники снова накрывали огнем позиции армейцев на Светлодарской дуге. По селу Луганское стреляли из танка. После декабрьских боев на новых рубежах, отвоеванных у противника, впервые побывали журналисты. Репортаж Ирины Баглай. Каждый шаг, как по минному полю. После декабрьских обстрелов на Светлодарской дуге дорога к отбитым у боевиков рубежам усеяна неразорвавшимися минами и гранатами. В контратаке военные продвинулись на километр вперед. Посадку куда забежите, туда забежите, потому что мы стреляем. Раз, два, три, вот снимите. Расстояние до противника теперь здесь измеряется сотнями метров. Буквально 3 недели назад на это водохранилище мы смотрели с позиции армейцев из бинокля. Теперь же уже половина его у меня за спиной. А на другом берегу можно и без оптики рассмотреть позиции боевиков. Окопы наемников, передовая бойцов. Максим был среди тех, кто выгнал отсюда врага. О боях красноречиво говорят отстрелянные РПГ, противотанковые гранатометы. Это буквально за день было. Это были первые сутки, когда мы зашли на позиции. То есть тогда были БМП на нас ехала, ну, то есть пехота наступала. Обстрелы продолжаются этой ночью. Новые воронки и срезанные осколками деревья. Днем боевики укрепляются. После отступления оснастили пулеметы оптикой, а свою когда-то вторую линию окопов оборудуют под передовую. Взрывы такие довольно хорошие. Мы ходили туда, бачили, то есть уже были готовы в них блиндажи, много бревен. И вот за время, когда было перемирие, режим тишины, они привезли тоже бревна. 150 метров. Сегодня взрывали окопную мину, то есть тут аж попідпригувало все. И у них дальше идут именно окопы, ну, как резервы. Вот мы откинули их дальше, то есть в линию фронта продвинули на километр. За спиной военных теперь и площадка, с которой боевики целились из минометов по Луганскому. Они поднимали немножко над уровнем земли и вполне вот тот холм, на котором была наша позиция, доставали. Ну, не говоря уже о минометах и других видах вооружения, более тяжелых. А в 100 метрах ближайшая позиция противника. Сепаратисты, что там может находиться? Со всего, что есть. Все перекопано? Отступая, боевики бросили боеприпасы. Им находят применение армейцы. Ведь противник не прекращает попытки вернуть утраченный рубеж. Подходят штурмовые группы. Нашли бойцы применение снарядом 152-го калибра. В новогоднюю ночь наемники выпустили в их сторону часть без взрывателей. Савушка, ну, самоходная артиллерийская установка, 152 миллиметр. Это кстати, не разорвавшийся? Кстати, запрещенный по минским договоренностям. Топор. Вот так. Заготовка дров. Нормально все. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. С
списке пленных и пропавших без вести на Донбассе, опубликовала Надежда Савченко. Нардеп обнародовала их на своей странице в Facebook, несмотря на то, что СБУ была против такого решения. Как считает Савченко, обмен должен состояться в 3 этапа. И первый – это освобождение военнопленных. Из украинского списка, в котором 129 человек, боевики подтвердили только 42 фамилии. Этих людей нардеп и предлагает обменять на 256 задержанных со стороны противника. В СБУ считают, такая публичность нанесет огромный вред делу, тем более, что опубликованные списки заложников некорректны, уверяют в службе безопасности. Люди можуть додавати інформацію, долучати, і ми будемо ці списки врегульовувати. Це закінчить спекуляції, дасть відкритий можливість відкрити оце вікно до кінця зими і зробити обмін всіх на всіх. Происходило так, що іноді через некоторі групи списки опубліковувались і виходили мошенники на родних, які предлагали свої услуги з цілею освобождення їх братів, мужей, отців, дітей. В цих списках є повторення. Второе, в этих списках есть ребята, которых мы официально считаем без вести пропавшими. Третье, в этих списках есть погибшие. Есть даже несколько фамилий уже освобожденных или найденных заложников. Украинского заключенного Станислава Клыха этапировали из Чечни в Челябинск. На пути к новому месту заключения находится и Николай Карпюк. Какова дальнейшая судьба осужденных в России украинцев в нашем следующем материале? К месту отбытия наказания во Владимире украинского узника Николая Карпюка повезли через Ижевск. Сейчас он в пути и до перевалочного пункта пока не добрался. Его формального подельника Станислава Клыха направят в Челябинскую область. Правда, в какую именно колонию он попадет, пока неизвестно. Тем временем адвокаты ищут способы освободить узников. В частности, Илья Новиков заявил. Единственный быстрый путь, который может вернуть их домой в ближайшие месяцы, это именно обмен, видимо, по той схеме, которая до этого трижды была реализована в случае Савченко, Солошенко и Афанасьева. Другой еще не осужденный украинский пленник Роман Сущенко пока в московском следственном изоляторе Лефортово. Сегодня ФСБ отказала его жене во встрече. Мотивирует следствие тем, что, значит, ну, дело закрыто, вот, содержит государственную тайну. И ровно поэтому, значит, Роман Сущенко не может, соответственно, воспользоваться этим правом. Слова поддержки Роману Сущенко выразил президент Петр Порошенко. В письме глава государства подчеркнул, что принимает все меры для его скорейшего освобождения. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Еще одна смерть российского дипломата. В Греции скончался консул России Андрей Маланин. В понедельник он не вышел на работу. Когда с ним не удалось связаться, коллеги забили тревогу и обратились в полицию. Тело Маланина обнаружили в его квартире в Афинах. Греческие СМИ сообщают, признаков насильственной смерти нет. Отчего умер дипломат, пока неизвестно. Израильтяне выследили «Искандеры» на территории Сирии. Как это может изменить расстановку сил на Ближнем Востоке, расскажет Сергей Ослендер. Эта информация осталась незамеченной для широкой общественности из-за жуткого теракта в Иерусалиме и скандала, связанного с обвинениями премьера Нетаньяху в коррупции. Но среди специалистов вызвало настоящий переполох. Израильский спутник-шпион РСБ, который круглосуточно следит за Сирией, засек на территории базы Латакия ракетные комплексы «Искандер». Подобная информация просачивалась и раньше, но не было документальных подтверждений. Теперь они есть. Сам факт наличия этого оружия особого удивления не вызывает. Россия действительно постоянно перебрасывает на Ближний Восток новейшее вооружение. Специалистов тревожит другое. Если такие ракеты попадут в руки террористов из ливанского движения «Хизбалла», то это грозит Израилю серьезными проблемами. Особенно в свете последнего отчета Института национальной безопасности, из которого следует, что следующая война будет именно с этой организацией, что такой конфликт практически неизбежен. Хизбалла действительно на сегодняшний день представляет, наверное, самую серьезную угрозу для Израиля, не считая, наверное, Ирана. Но Иран и Хизбалла очень связаны, поэтому как бы это можно даже видеть, в принципе, как одну и ту же угрозу. И ЦАЛ, и вообще страна к этой угрозе очень серьезно готовится. Подобные случаи уже бывали не раз. Во время Второй Ливанской войны боевики Хизбаллы использовали ракетные комплексы «Корнет», противотанковые комплексы российского производства, из-за чего израильская армия понесла серьезные потери в бронетехнике. Израильские ВВС постоянно бомбят конвои с оружием, которые сирийская армия пытается переправить в Ливан. Если предположить, что «Искандеры» все же попадут в руки террористов, то это самым существенным образом изменит баланс сил. Пока израильская армия имеет
превосходство над Хизбаллой в тяжелом вооружении. Но «Искандер» — дальнобойный комплекс, способный поражать цели далеко за пределами действия артиллерии вероятного противника. Его ракеты обладают высокой точностью, способны прорывать ПВО и, как сказано в отчете НАТО, наносить неприемлемый ущерб. Недаром аналитики Альянса считают их наиболее опасным оружием, наиболее опасным российским оружием неядерного действия. В сочетании с противовоздушными комплексами, которые террористы тоже постоянно хотят заполучить, эти ракеты способны свести на нет любое преимущество Израиля. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро телеканала Интер. Дела семейные. В США разгорается скандал, может ли зять президента работать с его официальным советником. Почему многие конгрессмены против и какую позицию в Белом доме займет президентская дочь? Все выяснял Дмитрий Анопченко. Штаб Трампа так часто сообщает о новых кадровых назначениях, что к этой информации внимание уже не такое, как раньше. Но в этот раз пресса снова всполошилась, ведь старшим советником президента станет зять Трампа Джаред Кушнер. 35-летнему бизнесмену собираются доверить кураторство Ближнего Востока и вопросы торговли. Он будет работать в Белом доме, не получая зарплаты, и, скорее всего, вместе с женой станет самым доверенным лицом Трампа. Ведь, строя семейный бизнес, миллиардер привык доверять в первую очередь семье. И теперь используют этот же принцип, управляя страной. Вот только в Конгрессе решили это назначение сорвать. Мол, может, он неплохой парень, но принимать на работу родственников запрещает закон о борьбе с семейственностью, который приняли еще полвека назад, в 67-м. Юридический комитет Конгресса, а там в основном демократы у руля, даже в Министерство юстиции с жалобой обратился. У Трампа ищут лазейки. Вспомнили даже, что во времена Билла Клинтона Хиллари занималась проблемами здравоохранения. Мол, почему же нам нельзя, если ей было можно? Но даже если это кадровое решение и затормозят, всегда есть возможность назначить членов семьи внештатными советниками. Дело ведь не в формальных должностях. Даже Иванка Трамп, похоже, не получит официальных постов, но все равно станет одной из самых влиятельных персон в Белом доме, как раньше первая леди. 45-й президент Соединенных Штатов запросто меняет правила игры, к которым привыкла страна. Давая понять и сторонникам, и противникам, после 20 января очень многое будет. Не лучше и не хуже, а просто по-другому. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Осколки памяти. Зачем во Львовской области разрушили памятник полякам? Евровесна. Когда же Украине могут дать безвизовый режим с ЕС? Мерзнут с осени. Почему жителям военного городка в Одесской области пришлось забыть, что такое тепло? Скандал во Львовской области. В одном из сел вандалы разрушили памятник полякам, погибшим в годы Второй мировой. Кому помешал мемориал, установленный 8 лет назад, узнавала Галина Якушка. Гранитный крест с именами погибших расколот на куски. На плитах нарисованы сине-желтые и красно-черные флаги, а еще нацистская символика. Так сегодня выглядит памятник полякам, погибшим во время Второй мировой в селе Гута-Пеняцкое. Это в 120 километрах от Львова. Устояли только две каменные плиты. Мемориал установили в 2005-м. Память о 500 жителях польского села, которых нацисты сожгли заживо. В полиции говорят, памятник могли взорвать или расколоть металлической кувалдой. Окончательный ответ дадут эксперты. А вот цель провокации очевидна, считает начальник областного управления нацполиции. На замовлення наших потенційних теперішніх ворогів, реальних, які воюють проти нас на сході, не виключено. З метою якраз вони знають, що у нас є підтримка в Польщі, і для того, щоб, скажімо, нас дискредитувати. Польские дипломаты направили в украинский МИД ноту с просьбой расследовать это дело. Но, как заверил генеральный консул Республики Польша во Львове, на украинско-польских отношениях этот инцидент не отразится. Это хулиганский акт, направленный на то, чтобы разъединить братские народы. Но я думаю, этот случай расследуют, и он не будет иметь последствий. На инцидент отреагировал и посол Украины в Польше Андрей Дещица. В своем твиттере он написал: «Акт вандализма осуждает» и подчеркнул: «Виновные обязательно должны быть найдены и наказаны». Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львовская область.
Евросоюз снова требует от Украины реформ. На этот раз еще трех. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. По ее словам, Европа хочет реформу технического регулирования, создание фитоинспекции и запуск соглашения об открытом небе, что удешевит стоимость авиабилетов для украинцев. Все это предусмотрено соглашением об ассоциации, а что же касается безвиза, то Зеркаль уверена, решение Киев получит весной до выборов во Франции, которые состоятся 23 апреля. Не раньше весны стоит ждать и очередной транш МВФ, уверены эксперты. Напомню, решение о выделении нам 1 300 000 000 долларов в фонде уже в который раз переносят. Ранее глава НБУ заявляла, без денег МВФ Украине будет крайне сложно. Эксперты не исключают, после инаугурации нового президента США могут ужесточить требования к Украине. И если транш не поступит, это скажется в первую очередь на курсе доллара, который, кстати, сегодня продолжил свой рост. Требования МВФ, наверное, станут гораздо более жесткими в проведении внутренних украинских реформ. Осенью 2017 года у нас начинается рост выплаты по внешним долгам с государственных финансов. И в 2018 году это уже будут реально большие деньги. В Одесской области на грани чрезвычайной ситуации военный городок в поселке Лиманское. Там еще с прошлой осени так и не включили отопление. Как выживают при нынешних морозах и что говорят местные власти о ледниковом периоде? Подробнее в материале наших корреспондентов. Это жители военного городка в Лиманском. Увидев камеру, наперебой рассказывают. Около 700 человек, проживающих в этих пятиэтажках посреди степи. Отопления не видели с октября. В квартирах жуткий холод. От 9 до 12 градусов меньше ночью. Это в квартире? Ночью, да? В квартире. Как нам стены ледяные. Как нам выносить это все? Пенсионерка Людмила Мельник показывает, в каких условиях приходится выживать. Спит в этой комнате, обогревает ее электрокамином, днем перебирается на кухню. В остальных помещениях даже цветы погибли от холода. Включается духовка, я закрываю двери, включаю телевизор, сижу и греюсь. Практически живу в этой кухне. Проблема возникла из-за долгов. Население задолжало за отопление, причем не за один год. Сумма 3,5 миллиона гривен. Сотрудники постсовета говорят, дескать, несколько месяцев уговаривали неплательщиков рассчитаться, но без особого результата. А «Нафтогаз» в канун отопительного сезона просто отказался поставлять газ поселковой котельной. Местным властям предлагали взять долг на себя, но в этом случае поставщик топлива мог бы арестовать счета постсовета. На такой риск председатель не пошел. Это уже ни воды не будет, это уже ни вывоза мусора не будет, это ничего не будет. Эта работа полностью будет заморожена всего поселкового совета. Обращения к областному руководству тоже успехом не увенчались. Местные власти уже весной будут просить чиновников хотя бы частично оплатить перевод жилого фонда на индивидуальное отопление. Говорят, это единственный выход из ситуации. Тем временем в городке, чуть ли не в каждой квартире, стены уже покрылись плесенью от сырости. Это то, что у нас холодно и течут все стены. А у этого мужчины ко всем бедам прибавилось отсутствие воды. Оказалось, в соседних квартирах, где уже давно не появляются хозяева, обледенели стояки. Коммунальщики лишь разводят руками. Сказали, ждите, когда потеплеет. Мы не можем растопить стояки, потому что квартиры на первом, втором и третьем этаже закрыты. И никому нет дела до этого всего. Жителям Лиманского осталось разве что молиться, чтобы в поселке еще не отключили электроэнергию, ведь только электроприборами они и могут обогреть свои жилища. А синоптики снова прогнозируют на завтра резкое ухудшение погоды в Одесской области с морозами и метелями. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин, подробности, телеканал Интер. Именной подарочный коньяк, вино урожая 1913 года и настойка для омоложения. В резиденции Межигорья сотни бутылок элитного алкоголя беглого Януковича
под арестом. Распоряжаться и пользоваться спиртным больше никто не имеет права. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Алкогольные трофеи экс-президента достаточно изысканные. Среди них есть вина более чем столетней выдержки, водка по президентским стандартам, которая и поет, и сверкает, а некоторые этикетки даже обрамлены золотом. Также в коллекции эксклюзивные презенты от глав государств и зарубежных делегаций, а еще различные настойки для потенции и повышения иммунитета. Напомню, ранее Печерский суд Киева арестовал жилой дом, квартиру, два гаража и корабль беглого президента. В Святошинском райсуде столицы сегодня допрашивали отца Устима Голоднюка. Активист Майдана был убит 3 года назад на улице Институтской в Киеве. Показания Владимир Голоднюк давал в судебном процессе по делу 5 беркутовцев, которых подозревают в расстрелах митингующих в центре столицы 20 февраля 2014-го. Как проходило заседание, видела Ирина Романова. При входе в Святошинский райсуд посетители сегодня встречают почерневший флаг. Судья, открывая заседание, объясняет, это дело рук провокаторов, которые в ночь на понедельник подожгли у здания шины. Відповідальність за цю акцію взяла організація С-14, яка сформулювала, виходячи з поверхового аналізу, конкретні вимоги до складу суду, перебування обвинувачених під вартою, с вымогою их звільнити из-под варты. Менять состав коллегии никто не будет, сообщает судья. И приглашает за трибуну отца расстрелянного на улице Институтской Устима Голоднюка. В составе 38-й сотни самообороны он прошел весь Майдан. Начиная со студенческих митингов и до 20 февраля 2014-го. Накануне, рассказывает Владимир, он приехал в Киев из Тернопольской области забрать сына домой. Но Устим отказался. А на следующее утро на Институтской началась стрельба. Сын выносил раненых, а отец в 50 метрах строил снежную баррикаду. Как погиб Устим, увидел позже на видео. Він отримав вогнепальне поранення в ліву частину голови потиличну. Він просто намагався комусь надати допомогу. У нього в руках не було зброї. Спустя несколько месяцев бывший милиционер, так и не дождавшись расследования убийства сына, начал собственное. Версий было несколько. Стрелять в Устима, говорит, могли не только из бетонной баррикады, где стояли беркутовцы, но и из чердаков домов за Октябрьским дворцом. Однако следственная экспертиза эту версию не подтвердила. Выявляется, что горищные поверхи этих зданий не закрываются, и что теоретично там могли бы находиться люди, но... Ніяких ознак, тобто гільз, місця облаштування снайперських груп не було встановлено. Закончив допрос, судья объявляет перерыв. В зале появляются молодые люди с забинтованными головами. Представляются активистами гражданского корпуса АЗОВ и организации С-14. На всех видео мы видим там обличие, например, Беркута Зиниченко, который сам расстреливает. Куда он стреляет? В повітря просто так. Ты хоть фамилию правильно называешь? Ну, мне без разницы, как его звать, я знаю, что он просто убивца. Между активистами и родственниками подсудимых завязывается перепалка. Миша никого не убивал! И до чего еще дойде? Автоматом стрелял в повітря, да? Він там вообще не был. Беркутів за грати! Беркутів за грати! Беркутів за грати! Вернувшись в зал, судьи попросили свернуть митинг и убрать плакаты. Активисты призыв проигнорировали. Объяснив, что конвой не может обеспечить защиту подсудимым, судья перенес заседание на 17 января. Ирина Романова, Геннадий Никенко. Подробности телеканал Интер. В Германии в возрасте 82 лет скончался Роман Херцог. Он был первым президентом, которого избрали жители как Западной, так и Восточной Германии после ее объединения и занимал свой пост с 1994 по 1999 год. По инициативе Херцога в 1996 году в Германии был учрежден День памяти жертв Холокоста. С ним также связывают традицию выступать ежегодно с берлинской речью, обращением к нации. Вскоре немцам снова придется определяться. Политики решили, кто бросит вызов Ангеле Меркель на следующих выборах и кто станет главным дипломатом страны вместо Франк-Вальтера Штайнмайера. Немецкий политический пасьянс раскладывала Татьяна Лагунова. Если Ангела Меркель еще накануне Нового года решилась и объявила, она идет в канцлеры, то имя ее главного соперника до сих пор оставалось интригой. И вот, похоже, выбор сделан, немецкие СМИ сообщают. От социал-демократов за кресло главы правительства будет бороться вице-канцлер и министр экономики Зигмар Габриэль.
Кандидатура Габриэля всегда была среди фаворитов канцлерской гонки. Как-никак он лидер партии и последние годы всегда на слуху, как заместитель Ангелы Меркель. К тому же Габриэль никогда ранее партию на выборы не водил. Для эсдеков это важно, они не любят давать второй шанс кандидату, который уже проигрывал. Казалось бы, выбор очевиден, но социал-демократы, да и сам Зигмар Габриэль все никак не могли определиться. Причина проста: у нынешнего вице-канцлера есть один минус – избиратели его либо любят, либо категорически не воспринимают. Настолько, что поменять их мнение крайне сложно. Впрочем, похоже, эсдеки решили попробовать и сыграть на усталости немцев от Ангелы Меркель и недовольстве ее миграционной политикой. СМИ со ссылкой на надежные источники в партийных кругах сообщают, кандидатура Габриэля фактически утверждена. Но официально об этом решении объявят в конце января на съезде социал-демократической партии Германии. Нашли эсдеки работу и для бывшего президента Европарламента Мартина Шульца, который недавно вернулся в большую немецкую политику. Он тоже метил в канцлеры, но ему подобрали другую вакансию. Шульцу, скорее всего, уже в феврале предложат возглавить немецкий МИД и занять место Франка-Вальтера Штайнмайера, который идет в президенты. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Нового главу Европарламента изберут уже через неделю. И с каждым днем политические страсти в ЕС накаляются. Кто претендует на это кресло и о чем договариваются в кулуарах, расскажет наш корреспондент в Брюсселе. 2017 едва начался, а в Европе уже бушуют нешуточные политические страсти. Через неделю состоятся выборы главы Европарламента. Кто в ближайшие 2,5 года будет возглавлять высший законодательный орган ЕС, парламентарии решат уже 17 января во время тайного голосования. Но, как оказалось, самые влиятельные политические силы уже давно договариваются между собой, кого же именно назначить на эту должность. Сегодня достоянием общественности стало секретное соглашение. Европейская народная партия сама опубликовала договоренности с другой крупнейшей силой Европарламента – прогрессивным альянсом социалистов и демократов. Согласно документу, в период с 2014 по 2019 год партии обязались поддерживать друг друга на выборах. Дескать, социалисты и демократы назначат своего президента Европарламента в первой половине каденции, то есть в январе этого года, до января. А затем придет черед народной партии. И их кандидат будет занимать кресло следующие 2,5 года. Европейская народная партия намеренно опубликовала тайные договоренности, чтобы напомнить коллегам о том, что долг платежом красен. На главное кресло в Европарламенте сейчас претендуют 8 кандидатов от разных политических сил. Но по последним исследованиям, безусловные фавориты – представители как раз двух крупнейших партий, подписавших 3 года назад договор, так сказать, о ненападении. Это Джани Пителла от Альянса социалистов и демократов и Антонио Таяни от Европейской народной партии. Оба итальянца занимали должности вице-президентов парламента. Согласно соцопросам, разрыв между кандидатами будет минимальный. Таяни давно высказывался, кстати, в поддержку евроинтеграции Киева. Но, по его мнению, украинский кризис невозможно урегулировать без диалога с Россией. Взгляды Пителлы похожи на позицию нынешнего главы Европарламента и друга Украины Мартина Шульца. Он безапелляционно поддерживает целостность нашего государства и имплементацию Минских соглашений. Если евродепутаты от двух мощнейших партий будут придерживаться договоренностей, то победа определенно будет на стороне Антонио Таяни. Впрочем, это не отменяет того, что завтра кандидаты на пост президента Европарламента проведут публичные дебаты. Юлия Мендель, Вадим Свиридонов. Подробности брюссельского бюро телеканала Интер. Экс-премьера Греции Георгиоса Папандреу будут судить за неправдивые предвыборные обещания. Судебный иск на него подал лейтенант ВМС в отставке Панайотис Стаматис. Во время парламентских выборов 2009 года Папандреу пообещал избирателям, что увеличит госбюджет на 30 миллиардов евро. И его партия получила убедительную победу. Но вскоре выяснилось, что денег нет, и Греция снова брала кредиты у ЕС и МВФ. Теперь экс-премьера обвиняют в госизмене и обмане избирателей. Он предстанет перед судом 19 января. Ему грозит пожизненное заключение.
За что в этот раз на Трампа ополчились звезды кино и шоу-бизнеса? Какие занятия обязали посещать школьниц-мусульманок в Швейцарии? И как воплотить мечту по-американски? Подробности в нашем обзоре. Американский музыкант Моби в Инстаграме высмеял приглашение на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа в качестве диджея. Он сообщил, что агент по организации выступлений спросил у него, не хочет ли он принять участие в мероприятии. В ответ на что Моби публично посмеялся. Заодно уточнил, выступил бы с удовольствием, если бы Трамп обнародовал свою налоговую декларацию. Досталось Трампу и от Джорджа Клуни. Он с сарказмом прокомментировал выпад республиканца против Мэрил Стрип. На церемонии «Золотой глобус», где она получила награду за вклад в кинематограф, актриса выступила с критикой в адрес Трампа. В ответ он назвал ее одной из самых переоцененных актрис Голливуда. Клуни вступился за коллегу, посоветовав Трампу, вместо того, чтобы спорить с кинозвездами, готовиться к тому, чтобы управлять страной. Анджелина Джоли и Брэд Питт сохранят в тайне детали развода. Впервые после разрыва экс-супруги выступили с совместным заявлением. Актеры хотят, чтобы сведения об их бракоразводном процессе не разглашались. Таким образом, бывшие муж и жена хотят оградить от излишнего внимания журналистов своих 6 наследников. Условились также о том, что все вопросы будут решать через мирового судью. Школьниц-мусульманок в Швейцарии обязали посещать уроки плавания совместно с мальчиками. Такое решение принял Европейский суд по правам человека. Туда пожаловались двое родителей турецкого происхождения. Они отказались посылать дочерей на обязательные школьные уроки плавания, на которых занимаются и мальчики, за что и были оштрафованы почти на 1500 евро, после чего и обратились в Европейский суд. Судьи же решили, совместные занятия не нарушают религиозные права школьниц. Более того, помогают детям успешно интегрироваться сообщества. Сэм Барский из американского Балтимора воплощает мечты с помощью вязания. Американец вяжет свитеры с изображением места на земле, где хочет побывать. Потом отправляется туда и фотографируется на память. За 17 лет Сэм Барский посетил более чем 100 стран. Фото в тематических свитерах он неизменно выставляет в Фейсбуке. Надеется, его примеру последуют и другие. Телеканалы Интер, НТН, Мега, К1, К2, Интерфильм, Пиксель и Зум с завтрашнего дня исчезнут из эфира кабельного провайдера Ланет. Компания, несмотря на согласованные условия сотрудничества, в последний момент отказалась подписывать договор с Интермедиа Групп. Клиентами Ланет являются жители некоторых районов Киева, Ивано-Франковска и Калуша. Чтобы и дальше смотреть любимые телеканалы, в Интермедиа Групп советуют телезрителям обратиться к другим провайдерам с абсолютным большинством кабельных операторов договоры о сотрудничестве подписаны. Также можно обратиться по телефону горячей линии, который вы видите на экране. Вам предоставят больше информации о возможности смотреть передачи телеканалов Интермедиа Групп. За развитием событий следите на нашем сайте подробности.ua, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Хорошего вам вечера и до встречи!